Ну что, друзья, всем привет, с вами как Здоровси, и добро пожаловать на новую серию 9-й части FNAF Security Breach. В прошлой серии мы с вами завалили Монти, но потерпели крах, когда улучшали Фредди. Дело в том, что после того, как мы с вами убиваем двух аниматроников, а я завалил Чику, друзья, и Рокси, после этого игра просто больше не сохраняется, но я нашел решение. Я нашел официальный баг в игре, как можно вернуть сохранение и снова проходить, брать новые концовки, находить разные секреты. Поэтому, ребят, давайте так, каждый из вас сейчас поддержит меня лайкусиком, нажмет на красную кнопочку подписаться, не забудет нажать на колокольчик, а я сегодня покажу вам этот баг, как вернуть сохранение в игру. А также мы снова завалим быстренько-быстренько с вами Монти и, возможно, получим еще одну из концовок, потому что я не знаю, что будет, если мы с вами соберем все три части. То есть мы заберем клюв Чики, глаза Рокси и когти Монти, и после этого попытаемся выйти. Сможем ли мы выйти с вами снова из пиццаплекса, либо нам нужно будет искать еще одну концовку. Сейчас я все делаю заново, как в прошлой серии. Мы с вами возвращаемся. Нам нужно собрать билет управления лабиринтом, чтобы пройти лабиринт. Естественно, нам снова нужно будет завалить Монти, потому что у нас не было сохранений. Но перед этим я покажу, где и как можно использовать баг и вернуть сохранение. В общем, наша задача как можно скорее вернуться на гонки Рокси. Да, друзья, именно на гонки Рокси нам нужно вон туда. Я покажу, что мы должны с вами будем достать, что нужно подобрать, чтобы у нас вернулись сохранения. Вы все прекрасно помните, когда мы сражались с Рокси, я проходил эту локацию. То есть мы с вами возвращаемся в гонки Рокси. Да боже, не пугай меня! Не, мне ты сейчас не нужен. Мне нужно вернуться в локацию гонок Рокси. Да, здесь нам Федор помогал проходить. Мы спокойненько здесь прошли. Мы добрались, и помните, мы с вами должны были вернуть голову роботу. Так вот, эта голова снова заспавнилась, понимаете? Ее нужно будет подобрать, и мы сделаем реально официальный баг в игре, и снова сможем сохраняться в любой нужный момент, в любую секунду, на любом сохранении. Это просто имба, ребят. Просто посмотрите, прикол в том, что у меня сейчас 6 часов утра. Ну, в игре, естественно, 6:00. Сохранения не работают. И я иду показывать. Что сохранения реально в игре не работают. То есть мы сейчас подходим к сохранению, и вот оно сломано. Невозможно сохраниться. Все, что мы должны проходить, у нас будет на одном дыхании, и сохранение не работает. Но если мы сделаем одну очень крутую штуку, мы вернем с вами сохранение и сможем снова сохраняться. Привет, Фреддик. Как дела? Ты в курсе? Мы с тобой будем проходить игру дальше, и у нас будет много новых серий, братишечка, потому что мы сможем сохраняться и показать ребятам максимально офигенный контент. Короче, нам нужно пойти и снова подобрать голову робота. Да, ребята, она находится у нас вот здесь, за контейнерами. Помните? Деревянный ящик, голова робота. Она снова заспавнилась. Вот, смотрите, она здесь лежит. Сейчас у нас на часах 6 часов утра, но если мы с вами подбираем голову робота, игра багается, и время становится 5:15. Да, ребята, поврежденная голова, и все, сохранение опять активируется. Мы можем делать концовки, мы можем проходить дальше, мы можем улучшать Фредди, и все это у нас будет теперь с сохранениями. Это такая имба. Я реально сейчас покажу, что я все-таки вас не обманываю, что это реально действительно работает. У нас сейчас с вами в рюкзаке есть клюв Чики и глаза Рокси. Мы еще с вами не убили Монти. Ну как, мы в прошлой серии убили, но меня потом убил Фредди, и сохранение потерялось, потому что я не мог сохраниться. Но посмотрите, сохранение снова работает. Да, ребята, я могу подойти и спокойненько сохраниться. Могу продолжить, могу все сделать. Показываю, вот она. Вот она, поврежденная голова. Видите, у меня остался клюв Чики, у меня есть глаза Рокси, но, увы, нет когтей Монти. Я просто беру и сохраняюсь, друзья. Могу перезаписать, могу другую ячейку. Вообще все начало работать. Боже, я так счастлив, вы не представляете. Когда я вернул себе сохранение, я просто не знаю. Я безумно рад, ребят, серьезно. Вы представляете, проходить на одном дыхании — малейшая ошибка, и ты проходишь, не знаю, контент, который ты записывал 3-4 часа. А теперь можно допускать ошибочки. В этой игре реально ошибки допускаются очень часто. Вот так
раз и ошибка, он сейчас прибежит, 17 аниматроников меня сожрет, а у меня нет сохранения. А нет, сохранение есть. Теперь мы вместе с вами возвращаемся, и мы должны снова будем завалить Монти, но сделаем это максимально быстро, потому что мы уже с вами вернулись к Сандропу, ну или Мундропу, как вы называете, ночным. Я не знаю, короче, ребята, к солнцу мы возвращаемся, нам нужно вернуться быстренько в театр, помните? И посмотрите, сохранение работает, вот оно сохранение, есть, пожалуйста, сохраняйся когда хочешь, где хочешь и сколько хочешь, блин, я реально искренне рад, потому что мне FNAF безумно нравится. А читая ваши комментарии, вам он тоже безумно нравится. Я реально счастлив. Вы ставите огромное количество лайков, оставляете огромное количество комментариев. Много людей подписывается, поэтому, ребят, не забывайте сделать это тоже на этом видосике. Спуститься мы также сюда не можем, но мы сможем сходить с вами сейчас в подвал театра. Я сделаю это максимально быстро, постараюсь пробежать всех этих роботов, даже не буду использовать Фредди, но только когда обратно пойдем, я буду использовать Фредди, потому что там нападут огромное количество на меня, и они меня сожрут, если я где-то за туплю. Поэтому мы сейчас с вами пробегаем. Нам нужно забежать, естественно, в театр, друзья, в театр забежать и забрать подарочек. Ключ, ну точнее, вот это ключ, карта управления от лабиринта. И, кстати, я вам покажу, как реально легко сделать этот лабиринт, потому что в прошлый раз этот лабиринт я проходил полтора часа, точнее, я клацал эти кнопки вверх-вниз, а оказывается, можно сделать небольшую комбинацию, я потом подобрал, я все сделал, и было реально круто. Так, нам нужно пройти вот этих двух роботов, они мне очень сильно мешают, не хочу вызывать Фредди, мы сейчас так их проскочим, быстренько так, свали отсюда, свали, роботрончик, так, тихо-тихо, оп-оп-оп-оп-оп, да-да-да, ушел-ушел, все, я побежал, и я побежал вниз. Ребята, смотрите, все-все-все, вот он, подвальчик, здесь у нас находится то, что нам с вами нужно. Помните, мы должны с вами отправиться в самую дальнюю комнату, подобрать здесь один подарочек, и потом все вот эти роботы, которые здесь стоят, они будут работать. Ну, сумочку, кстати, я заберу. На всякий случай, ребят, вы писали в комментариях, что в сумках Робзи ничего нет, можешь их не собирать. Но не знаю, для чего-то они предназначены, для чего-то они нужны в игре. Боже, сколько здесь роботов этих, смотрите, вот подарочек, и вот оно сохранилось. Сохранение, понимаете, Фредик, здорово, как дела, братишечка, понимаешь, мы можем с тобой сохраняться, можем с тобой забирать подарки, можем с тобой делать в игре все, что захочешь, и опять, братья, сохраняться, все. Так, здравствуйте, ключ управления лабиринта мы забрали, теперь мы возвращаемся вместе с Фредиком, естественно, в лабиринт, хотя, стоп, какой лабиринт, нам сначала не нужно в лабиринт, я чуть не забыл, ребята, мы же с вами не сходили, боже, какие не страшные стоят здесь, чундры эти железные, в общем, мы с вами идем в гольф Монти, забираем опять пропуск. Забираем сейчас опять же, друзья, входной билетик. И мы сам еще и должны забрать, да, естественно, фаст-камеру. Вот она. Заберем, естественно, сумку. Я опять же не знаю, зачем она нужна, но фаст-камеру мы забрали. Она еще с нами пригодится. Пригодится очень сильно. Мы даже должны забрать сейчас пропуск и должны забрать билет. Естественно, не забывайте заряжать фонарики. Фонарики вам очень сильно пригодятся. Так, смотрите, где пропуск? Так, это мы забрали. Вот, да-да-да-да-да. Вот пропуск лабиринт. Потому что мы сейчас туда пока что не можем зайти. А теперь можем. Так, подожди, стоп. Где? А, вот. Чуть не забыл взять пропуск охраны. Повышение до какого, если не ошибаюсь? До 7 или до 8 уровня? Я уже забыл. Я уже реально, ребята, забыл, до какого уровня должны повысить. Да, до 8. До 8 уровня мы повысили пропуск охраны. Нужно будет потом еще нам находить 2 уровня, насколько я понимаю. Но это будет потом. Сейчас мы отправляемся в злосчастный лабиринт, ребята. Вот он, лабиринт. Привет, робот, забирай. Забирай билетик, пропускай меня. Все, я пошел. Так, роботов здесь нету. Да. Я знаю, что ты рад меня видеть. Все, дружище, пошли. Добро пожаловать, Рениш. Да, мы вчера тебя помним. Мы проходили. Я здесь 3 часа облазил, не мог пройти тебя. В общем, ребят, смотрите. Ситуация такая. Мы можем зайти в эту коморочку, забрать, конечно же, сумку. Грегори, эти кнопки меняют лабиринт. Какая комбинация? Очень сложная комбинация. На самом деле, максимально простая. И перед тем, как исполнять, ребята, вы можете сохраниться. Вы посмотрите, просто раз, и мы сохранились. Ну не кайф? Ну просто же кайфушечка, когда у вас доступны сохранения. Теперь вам, смотрите, задача такая. Вам нужно
когда стрелки нарисованы вверх и вниз, то есть красный рычаг переключили вверх и вниз, вам нужно сделать так. Запоминайте, просто верхняя, третья кнопка, нужно нажать ее 3 раза, когда стрелки нарисованы вверх и вниз. После этого стрелки переключаете вправо и влево, и вам нужно верхнюю, первую кнопку нажать всего лишь 1 раз. Потом стрелки опять переключаем вверх и вниз, запомнили, вверх и вниз, и опять третью верхнюю кнопку, ребят, нажать 3 раза нужно будет ее. Только аккуратненько нажимайте, не перепутайте. После этого, как вы нажали верхнюю кнопку 3 раза, третью верхнюю, опять переключаете стрелки влево-вправо и нажимаете верхнюю первую кнопку 2 разочка. 2 раза, ребята, все, нажали. Теперь ничего не меняете, а просто нижнюю вторую кнопку нажимаете 3 раза, и лабиринт у вас будет построен так, что у вас будет доступ к вентиляции. Посмотрите, все, мы с вами сделали правильно. Если у вас вот такая же картинка, значит, вы сможете пройти. Ждем, пока робота нету, все, робота нету, пробегаем. Да, в лабиринте есть вентиляционный канал. Есть, Фредик, сейчас мы его найдем, сейчас я покажу, что сюда доступ уже открыт, видели? То есть максимально простая комбинация, и мы отправляемся по лабиринту фигачиться с Монти, ребята. Мы уже, конечно, с ним фигачились, но мы сейчас быстренько, я здесь вас не буду томить, открываем с вами решетку, сохраняемся, конечно, потому что у нас есть теперь возможность сохраниться. Да, ребята, у нас есть реально настоящая возможность сохраниться. Вызываем нашего Монти, выстреляем по этим 2 штукам, по 2 пастям, нужно, естественно, попасть, а не так, как я с первого раза. Запрыгиваем в тележку, и у нас, естественно, снется катсцена. Блин, Монти, я тебя уже убиваю 2-й раз, дружище! Сейчас мы с тобой разберемся. Сохранение работает. Так, опачка, прыгаем. Здрасте, здравствуй, братишечка, как твои дела? Как? Ух ты, какой злой, ты смотри на него. Ну-ка, давай, ага. Прыгай, злючный. Сейчас мы у тебя, короче, во-первых, тебя втащим, во-вторых, у тебя когти отнимем, в-третьих, тебе напшпиняем под зад. Ну и, короче, тебя победим. Так, рок-н-ролл. Ага, конечно. Просто, короче, берем, ребята, с этих пушек, наполняем ведра шариками. Быстро идем. Он там стоит, вообще залагал Монти, короче. Нажимаем кнопку, и Монти, как твои дела? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А ведром по башке шариками не хочешь? На тебе, дружище. Просто высыпаем все на него. Он пытается удержать. Да, он был сильный, но платформа не выдержала. И он пополам, ребята, ломается. Просто пополам. Монти расфигачили. Глазки дергаются, очки упали. Все, ребята, теперь мы с вами что делаем правильно? Добираемся быстренько до него. Забираем его когти и сваливаем отсюда. Смотри, когти. Монти у нас с вами есть. Все, мы забрали когти Монти, адреналинщик мы выполнили. Теперь эти когти нужно будет заюзать на Федора, да, ребята? Мы с вами его заюзаем на Федора. Я вам сегодня покажу еще несколько концовок, но сейчас я покажу вам кое-что еще. Смотрите, мы с вами снова сохраняемся, да, причем на новую ячейку. На любую ячейку можете сохраниться, вообще на все что угодно. И я показываю, внимательно, друзья, смотрите, инвентарь. У нас с вами есть ключики, глаза Рокси и когти Монти. Все на месте, а благодаря чему? А благодаря тому, что у нас есть поврежденная голова. А теперь продолжаем проходить дальше. Итак, ребят, мы вернулись к тому, что сейчас будем снова улучшать Фредди. Но теперь мы подготовлены, потому что у нас работают сохранения. Да, ребята, мы, скажем так, уже подкованы. Можем хорошенечко сохраняться. Естественно, я сохраняюсь. Даже давайте так. Да хотя мы уже сохранились. В принципе, пофиг. Так, мы возвращаемся и начинаем улучшать Фредди. Теперь можно будет допускать ошибки. Можно будет, скажем так, косячить, потому что есть сохранение. Мы с вами этого ждали. Я думаю, что вы этого ждали. Итак, используйте автомат. Все, ребята, мы сейчас установили когти для нашего братишки Фредди. Посмотрите на его ручище. Так, продолжаем использовать автомат. Завершить улучшение. О, как я этого ждал. Так, Фредди, ты где? Открывайте особые ворота на территории Пиццаплекса с помощью когтей Монти. Да, ребята, мы теперь можем все. Мои руки стали другими. Где ты достал эти детали? Лучше мне этого не говорить. Какая удача, теперь я смогу рвать сетчатые ограждения в зданиях, как это делает Монти. Да. Вот так он и делал. Так, улучшите Фредди в отделе запчастей и обслуживания. Еще раз улучшить? Слышь, вы уже улучшили его. Я теперь должен сохраниться. Я теперь просто обязан сохраниться. Естественно, новую ячейку. Да.
Выберите другую ячейку. Перезаписать? Нет. Выберите другую новую ячеечку. Мы сохранили с вами все. Теперь у нас с вами, смотрите, что у нас есть. У нас максимально улучшенный Фредди. Сбегите из пицца Плекса. Когти Монти мы закончили. Ключики сделали. Все. Мы с вами все выполнили. Красавчик Фредди максимально заряжен. Теперь я хочу посмотреть, что здесь осталось. Улучшений больше нет. Все, мы максимально все улучшили. Кроссовец с когтями. Теперь я хочу попытаться еще один раз выйти из пицца Плекса. Помните, мы с вами в прошлый раз вышли, мы получили концовку на одну звезду. Только это была концовка на одну звезду. Нам сейчас больше интересно получить другую концовку. Сможем ли мы, если убили трех аниматроников, то есть мы сейчас убили Чику, мы с вами убили Рокси, ну, по крайней мере, повредили этих ребят, а также повредили Монти, то есть минус 3 мы с вами сделали. Ворота у нас закрыты, да? То есть вот эти ворота закрыты, мы якобы не можем туда выйти, но это не факт, это не факт. Естественно, сохраняемся. Сохранение опять сломались, ребят, заметили? Сохранение снова сломались, их больше нет, вы прикиньте? Сохранений опять нет, хотя у нас есть голова этого робота. Сохранение мы снова сломали. Так, подождите, подождите, проверяем, Грегори, пытаемся выйти. То есть, если я сейчас уйду, то есть, получается, у нас будет та же концовка, даже несмотря на то, что мы улучшили Федора на максималочку. Да-да-да, мы сбегаем. У нас вроде бы все должно было бы хорошо, но нет, нехорошо. Нифига нехорошо, вы посмотрите. Мы с вами вернулись в первой концовке. Да, это та же самая концовка, и сейчас покажется нам бани. Та же самая концовка, вы прикиньте, просто жесть. Та же концовка, что мы с вами тогда и получили. Только у нас теперь опять не работают сохранения. Возможно, их снова можно будет починить. Да, сейчас придет бани, и убийства, как говорится, продолжаются. И, скорее всего, нашему Грегори пришел конец. Да, это та же самая концовка, ничего не поменялось. Я просто хотел проверить. Смотри, сохранялочка, а? Нормально? Не работает, Фредди? Когти есть? Когти есть. Проверяем сохранение. А сохранение-то есть? Я могу использовать сохранение, ребят. Все. Когти Фредди на месте. Когти Фредди на месте. И сохранение тоже на месте, ребята. Все, кайфуем, ребята. Мы с вами сделали все, что хотели. Апгрейдили нашего Фредди на максималочку. То есть у нас теперь есть все. В инвентаре есть у нас и ключики, глаза Рокси, есть когти Монти. Главное, есть поврежденная голова. Мы с вами все установили. Мы с вами вернулись. И посмотрите сюда. Опачки, сохранение работает. Ну чё, Федор, пошли делать новую концовку? Пошли, ребята, сейчас делать новую концовку. Вот это кайф, вот это то, что я и хотел. Федор теперь у нас максимально крутой. Я тут уже реально как у себя дома, понимаете? Грегори реально здесь освоился как у себя дома, вообще ничего не боится. Завалил трех аниматроников, сломал игру, вернул себе сохранение. И теперь кайфует, бегает, развлекается по всему пиццаплексу. Фазер Бласт, мы здесь с вами были. Мы будем такие концовочки с вами делать. Вы реально закачаетесь. Так, что мы делаем? Естественно, сохраняемся. А почему бы и нет? Мы теперь можем сохраняться всегда, везде и когда захочешь. Конечно же. И идем вот сюда. Мы с вами отправляемся на погрузочный лифт. Помните, нам нужно на погрузочный лифт. Кстати, здесь разные подарки. Мы потом с вами пройдемся. Хотя нет, мы можем, в принципе, позвать. А Федор не приходит сюда? А нет, приходит. Федор, мы с тобой должны кое-что делать. Мы с тобой должны твоими глазками посмотреть. Может, я что-то пропустил. Здесь ближайшие подарки. Так, эти подарки. Нет, все подарки, которые здесь ближайшие, собраны. Пошли на погрузочный. Нажать ты не можешь, я так понимаю. Короче, мы сейчас с вами на вот этом лифте отправляемся в одно местечко, где мы с вами сделаем еще одну концовочку, которую я обещал. Фух. Говорят, в этой игре концовок очень много. Как минимум 6 или 7, насколько я понял по вашим комментариям. Так, Фредди исчез. Фредди исчез, братиш, ты куда? Ты куда делся? Фредди, братик, ты куда? Я тогда тебя сфоткаю. Ты чё убежал? У меня есть фаст-камера, у меня есть фазер-бластер, у меня есть все есть. Подожди, фазер-бластер дали улучшенный какой красивый? Так, мы приехали. Привет, ребят. Так, нам нужно теперь... Дайте вспомнить, куда. Вот. Или не сюда. Кто-то топает. Железный. Так, это кухня.
Стой. Да, все правильно. Нам нужно на кухню, где мы зафигачили Чику. Да. Здесь мы с Фами вот этой штукой расфигачили Чику. Кстати, если даже мне нужно как-то завалить Чику в пресс. Да Чику я уже убил, у меня клюв уже. Погрузочная платформа, мы сюда дошли. И вот она, эта кнопочка. Так. Вот эта кнопочка, о которой вы мне говорили. Я могу ее нажать. Эй, в смысле ничего не происходит? Подожди, может быть Федора позвать? Федор, а ты не в курсе, почему эта кнопочка не нажимается и мы не можем выйти? Либо подожди. Дверь! Грегори, тебе нужно принять решение. А что будет, если я попытаюсь уйти через эту дверь? Давайте, ребята, уходим. Так. Вау, посмотрите, новая концовка. Так, Фазбир. Короче, мы с Фредди заскакиваем на машину. Да? Или я сам? Или с кем? Так, я еду. Мы едем, уезжаем как можно дальше. Сбиваем робота. Hello, please take this map. Ребята, это новая концовка. Да, вот она. Вот она, еще одна концовочка. Так, здесь у нас Фредди в машине. Смотри, чилит. И я вместе с ним еду. Да, мы вдвоем с Фредди сваливаем с пиццаплекса. Кайфуши. Камбэк. Так, да. Просто разбиваем, ребята. Подожди, неужели это хорошая концовка? Это реально крутая концовка. Мы на минивэне сваливаем с Грегори и Фредди. Едем как можно дальше. Так. Нет. Грегори. Что? Моя батарея. Да не, блин, у него же батарея садится. Фредди вырубается. Фредди? У него села батарея. Тормозит. Тормозит машина. Тихо. Что происходит? Так. А, от аккумулятора. Он подсоединил Фредди к машине. Он за уши Фредди жахнул к машине. Так, пошел заряд. Так, Фредди, просыпайся, пожалуйста. Хорош, Фредди зарядили. Фредди, Грегори, мы продолжаем путь. Они нашли способ заряжать Фредди. Кайф, ребята, то есть Фредди можно будет заряжать от машины аккумулятора. Так, они уехали. Это две звезды, ребята, это концовочка на две звезды. Они вместе с Грегори и Фредди свалили. Кайф, ребят, вот это просто пушка. Мы с вами нашли еще одну концовочку. Говорят, таких разных концовок будет много, поэтому давайте так. Обязательно поставьте лайкусик, нажмите на красную кнопку подписаться, чтобы не пропускать новые мега офигенные видосики. А я постараюсь сделать как можно больше контента по Fight Night Freddy, друзья, Security Breach. Вам это очень нравится, и мне тоже. Офигеть, вы посмотрите, что вылезло в конце, вы видали? Вы видали, там не было Фредди! О, жесть! В конце, после музыки, появилась заставка, где показали какого-то бегемота вместо Фредди. То есть у нас убийства будут продолжаться. Это, оказывается, не такая уж и хорошая концовочка. Ладно. Я этого не ожидал. Впереди будет еще много контента. Всем удачи, пока.